Дни открытых дверей открылись во всех территориальных налоговых инспекциях России. В рамках акции специалисты налоговых органов отвечают на вопросы граждан по теме налогообложения. В частности, подробно рассказывают о том, кому необходимо предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки. Если в 2013 году вами продано имущество, в том числе земельный участок, комната, жилой дом, автотранспортное средство, находящееся в вашей собственности менее 3 лет, вы получили доход от сдачи имущества в аренду, вам необходимо в срок не позднее 30 апреля 2014 года предоставить в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ. Каждый посетитель может проконсультироваться по таким вопросам, как порядок исчисления и уплаты налога на доход физических лиц, а также узнать о возможности получения социальных и имущественных налоговых вычетов. Помимо этого, желающие могут заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. Также граждане могут независимо от места жительства подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженности по налогам. И это еще не все возможности. В апреле инспекция работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9 часов утра до 8 вечера, в субботу с 10 до 3 дня.